А в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Карачаево-Черкесии в медучреждения республики продолжает поступать новейшее оборудование, способное серьезно повысить качество лечебно-диагностического процесса. Системы ультразвуковой диагностики и аппараты ИВЛ поступили в центральные районные больницы региона. Также в рамках программы получены 12 легковых автомобилей для оказания первичной медико-санитарной помощи в районах. Легковушки помогут ускорить оказание медпомощи в самых отдаленных муниципалитетах и улучшат условия работы участковых врачей. В 2021 году в Карачаево-Черкесской республике стартовала реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Эта программа у нас реализуется в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, в котором прописано, что мы можем модернизировать объекты здравоохранения, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения менее 50 тысяч человек. В программу вошли все наши районные больницы и участковая больница Краснокурганская. На реализацию программы в 2021 году предусмотрено 164 миллиона 444 тысячи рублей, из которых 156 миллионов предоставлены нам из федерального бюджета. Благодаря слаженным действием сотрудников Министерства здравоохранения, работников медицинских организаций, своевременно была проведена контрактация, и уже в прошлом месяце мы начали активно получать оборудование в рамках этой программы. На этой неделе мы получили 3 аппарата УЗИ и 2 аппарата ИВЛ. Они распределены по медицинским организациям республики. И еще одно значимое событие произошло на этой неделе. Мы получили 12 легковых автомобилей, которые тоже в рамках этой программы поставлены в Карачаево-Черкесскую республику, распределены по населенным пунктам. Цель, предназначение этих автомобилей – оказание медицинской помощи, транспортировка врачей к пациенту, пациентов к врачу и биологических жидкостей в те или иные лаборатории. Все это в совокупности значительно улучшит доступность и качество оказываемой медицинской помощи. Естественно, уменьшатся сроки ожидания тех или иных процедур, которые мы должны осуществлять в рамках территориальной программы государственных гарантий. Надо отметить, что оборудование у нас сверхсовременное, высокого качества, поэтому, естественно, и качество результатов будет значительно выше.